занимается афганской пастырой. Ну, пастырой знает, побожная картина, служок, служок, служок. Вот так и со стороны, это годится, если от войны отделиться, это все, ну, подготовка к вашим событиям. На востоке области туман, горы занавешены туманом, по горам плетется караван, нам с тобой идти за караваном. Но пока на базе мы сидим, курим в ожидании командира, горький военторговский помир, при горе древнего помира, а на маршрутах судьбы верстовые столбы не укажут дороги к победе, на маршруте судьбы только горы и мы, и никто ни за что не в ответе. Такая, братцы, постарай, на войне есть тоже постарай, занесло ребят в такую даль, где они от роду не бывали. Генерал вызван командир, уточнить маршрут нас и задачу, а мы сидим, глядим на этот мир, где маршрут никак не обозначен. Судьбы верстовые столбы укажут дорогу к победе, а на маршруте судьбы только горы и мы, и никто ни за что не в ответе. Вышел озадаченный комбат, увеличить приказал БКшки, а орлам, что вьются в облаках, он, наверное, кажется букашкой. Орлы добычу сторожат, им орлам плевать на вертолеты, чьи турбины скоро заревут и поднимут в небо нашу роту. А на маршруте судьбы верстовые столбы не укажут дорогу к победе, а на маршруте судьбы только горы да мы, ни за что не в ответе. Вертолеты верные друзья, армцу отвезут на краешек панира, высадят, а дальше им нельзя, им не долететь до крыши мира. А у нас есть приказ для любого из нас воевать не за страх, а за совесть, и в боях свою жизнь за страну положить. Военная повесть. И на востоке судьбы верстовые столбы не укажут дорогу к победе, а на маршруте судьбы только города мы, и никто ни за что не ответит, кроме нас.